куда идти. Нужно обыскать все, я так полагаю. Или я еще до сих пор не здесь? Нет, я здесь. Какое прекрасное смоделированное разбитое зеркало. Посмотрите. Специально так сделали, видимо. У них даже разбить зеркало не получилось. Нормально. Капец, сколько трупов, а. Не просто подыхает в своей постели. Почему здесь скелет валяется? А, ну в смысле он разложился уже за год, что ли? Нихера себе, какие маньяки тут бегали. Нет, они серьезно думают, что вот за год может такое случиться? Я просто не знаю. Не, ну конечно, власть народу, анархия и все дела. Но я поправлял микрофон просто. Остановился. Знаете, мне так кажется, что атмосфера здесь страшнее, чем в любом из Silent Hill'ов. Promise to behave? Sure, whatever you say, just let me down. Don't touch me. Do you hear me? Don't touch me. Ooh. Be like that. You know, I can make your life a lot easier if you just cooperate. And don't give me that look. It's not as if we haven't done this before. Oh, господи. Я думаю, что переводить не нужно, да? Я к ней помочь не могу. Никак. Я думаю, что убить мне его не дадут в любом случае. Видимо, это просто сценка была. Душераздирающая. Или, может быть, это она и есть. И мне надо спуститься просто вниз. Ну ничего, подождет. Ох ты, тварь! Don't shoot. I mean you no harm. Нет, стоять. Там еще один был, но я пожалуй, успею. Ну-ка нахер. Как хорошие люди, ну-ка пошел. Пошел, я сказал. Пошел. Я его не могу ударить, ничего не могу сделать. Сам видите, да, подхожу, ничего не происходит. Ну, баг, снова баг игры. Я не виноват в этом. Я ничего не мог сделать. Я хотел к нему подойти, убить или его заставить идти к лифту. Нет. Ну давайте посмотрим все комнаты, что ли. Это мой мальчик. Чё они с ним здесь делали? Ну как мальчик, мужчина. Стойте, что-то забыл? Нет. Какие, блин, тут сильные люди-то. Проламывают стены между ваннами. Видимо, Чак Норрис в этом участвовал. Чаки, ты где? Я знаю, ты здесь. А, вниз нельзя? Нельзя.
И тот же самый паренек. Ты что, телепортируешься, меня преследуешь, что ли? В тот же самой позе, той же самой одежде. Даже с той же самой прической. Или я не знаю, тут фабрика клонов у них была. Нихера себе, каннибализмом еще страдает. Охереть. Эта игра явно заслуживает рейтинга 18+. Очень надеюсь, что такой рейтинг у нее и стоит. Не успел. Ух ты. Вот и все. Я уже... это была мать Мэй. Ну хорошо, значит я попробую сейчас вниз сбегать. На третий этаж, помните там, где дыра была? Нет, я позволю тебе снова умереть. Чего все меня так упрошайничаете? Только что... Ну не дай мне умереть, ну пожалуйста! Мама Мэй подождет, я пока что сгоняю туда. Там потому что что-то снизу было. Надеюсь, сейчас могу вниз вернуться. Стойте, она умерла, что ли? Ну, похоже, что да. В любом случае, никак нельзя было помочь. Если бы я начал стрелять из... из лука, то я бы не смог попасть, потому что автоприцела не было. Я думал, если бы я просто выпустил стрелу, то я бы потерял стрелу. Нифига себе, какая-то... Куча мала. Видимо, они просто это, попали в какой-то неожиданный сгусток снотворного воздуха и сдохли. Потому что там была передозировка снотворного воздуха. Что ты хочешь от меня? Мне ничего не нужно. Я здесь просто... Не подходи ближе, не трогай меня. Даже не думай, чтобы меня трогать. Стой, я тебя развязываю. Никаких проблем. Кто ты такой? Я друг. У меня нет друзей. Я от Мэй. Мэй, моей дочери? Ты видел мою дочь? Как она? Она в безопасности, она с Генри. Я здесь, чтобы вытащить тебя отсюда. Кто бы ты ни был, пошли. Я думаю, я знаю, как вывести нас отсюда. Окей. Только где она? Эй! Мама Мэй! Так, давай, веди меня. Господи, она похожа на какую-то страшную девочку из японского. Пойдем через метро. Мы использовали метро, чтобы попасть к Генри в последний раз. Мэй это не понравилось, она очень много кашляла. Бедное дитя. Я пыталась найти лекарство, но... Меня схватили, видимо. Она так кашляла, когда я кашлял, но мы нашли немного лекарств. Где ты нашел ее? Она была на улице. Через пыль я подумал, что это была моя дочь. У тебя есть дочь? Да, я не видел ее почти что год. Ну и, может, вы что-нибудь еще скажете? Интересно. Да господи, беги ты. Блин, как-то... она одежду надела на себя, накинула. Ты можешь проверить просто посмотреть, есть ли кто-нибудь впереди или нет. Чисто впереди или нет. Но я вроде всех убил здесь, так что. Что ты здесь делаешь? Твою мать. Ну все, меня забили нахер. Надо было сразу в него прицелиться. А, тут двое. С броней. Ну ладно, у меня дофига этих попыток, так что.
Сразу целимся, значит, того, кто что справа. Пока. Ну-ка нахер отошел. Там еще один с пистолетом без. Твою мать. Нужно что-нибудь сожрать быстрее. Говнюк. Твою мать! Смотрите, где... Японский бог. Я в него не попал. Забавно было. Сдохни, тварь. Ну, с этим, я думаю, легко будет разобраться. Еще ближе не мог подойти, чтобы ударить. Хорошо. Так. Надо что-то съесть, я думаю. Где крысиное мясо? Ну, слишком у меня много. Ну, крыски это ведь тоже хорошие создания, да? Ты должен быть уверен, что здесь никто сюрпризно нас не встретит. Ты где она? Вниз пошла? Вот она, да. Уже прошла. А где такую одежку нашла? Ты только что была... Хотя она в ней была. А, она говорит, что и здесь я должен проверить. Ладно, проверю. Я жду подвоха вообще от всего, но здесь, по-моему, неоткуда им выходить. Все окей. Идем. Идемте, девушка. Хотя какая девушка, у нее же есть дочь, так что она вполне полноценная женщина. Две руки, две ноги, голова, туловище. Это полноценная ведь? О-о-о-о. Я так не понял, для чего батарейки нужны, и особенно две батарейки. Ну, одну, понятно, подставили, чтобы спасти того чувачка. Подставили под бетонную хрень. По-моему, раньше вот этой дыры не было. Или мне показалось, или я сюда просто не зашел. Блин, бежать нельзя впереди нее. Ну, я думаю, сейчас надо перекинуть прямо Генри, да? Чтобы мы не бегали тут повторно. Не будет же она мне на спину садиться, чтобы я ее тащил, да? Вернитесь в комнату Генри. Так, мы на той же самой станции, что ли? Похоже, что да. Или нет? Нет, на другой. Хотя без разницы, конечно, было через какой прыгать, но я что-то решил через этот прыгнуть. Он мне больше понравился, этот турникет. О, еще содовая. А где девушка? Девушка, вы где? Надеюсь, она не тупит. А, вот она за мной. Окей. Спасибо. Ты еще приказ с ним будешь, что ли? Не, ну по идее, да, я просто что-то как-то задумался. Станции ведь все-таки одинаковые. Quick, hide there. They don't look too happy. Chill, dude. Лежать, стоять.
Ну просто забрать стрелу было бы нереально. А, ну и этот еще и с пистолетом был. Стрела моя. Моя стрела. Она уже вся потекла. Так, давайте сбегаем в этот. Помните там, где каннибалы были? Может быть, тут тоже есть какое-нибудь помещение, в котором что-нибудь есть? Обломись, Илюшка. Вот тебе ватрушка. Без творога. Это как вместо диетической колы дать обычную колу. Ну, это я просто перевел на язык понятной современной макдональдсовской молодежи. Потому что многие из них не знают, что такое ватрушка ведь. Наверное. Я, конечно, шучу, не надо сейчас мне говорить. А, ты не прав! Мне 12 лет, я уже знаю, что такое ватрушка! Чё ты издеваешься? Я школьник, это задевает мои школьные чувства! А женщина сразу такая, что он сделал? Как он это сделал? Такая смотрит, ууу, какой он мускулистый, красивый мужчина. Я хотела бы быть таким же. Мускулистым, красивым женщиной. Почему ты осталась в Хэмилтоне? Мы могли, не могли уехать. Отец Мэй был травмирован и не мог двигаться. Мы просто не могли уехать. После того, как он умер, мы просто не могли отсюда выбраться. Люди ничего не делали, кроме того, что ступали друг на друга, когда уходили на лодке. А что насчет тебя? Что ты здесь делаешь? Я здесь был, жил до того с моей дочерью и женой. Но мы не были вместе до того, как событие произошло. Я был на восточном побережье. Я целый год возвращался сюда назад, когда зашел домой, то здесь было пусто. В любом случае, я нашел для Генри радиопередатчик. Действительно, это фантастично. Теперь можем уехать сюда. Ты знаешь, Генри работал на пожарную службу Хэмилтона перед тем, как он потерял ноги. Он хорошо знает систему коммуникации. Он немного знал и о людях, которые до того, что произошло событие. Мы хотели уехать из Хэмилтона вместе. Его комната очень хорошо защищена против землетрясений и пыли. Так что мы можем оставаться там, пока мы нас за нами не заедут. За нами. Черт, я как черномырдин, блин. Но этот, похоже, попал в ту же самую локацию, да, по-моему, как что и в прошлый раз. Да, по-моему, то же самое, только просто другой путь к ней нашел. Да, сейчас направо. Наверное, надеюсь, эта женщина уже ушла отсюда. Она повесилась. Ну ладно, я, пожалуй, не буду говорить, ах ты скотина! Фруктовый коктейль просто так перевела! Не, ну... Люди от безысходности, видимо, в этой игре уже... кончают собой, так что... Так что, чё об этом говорить? Даже после фруктового коктейля она не почувствовала себя лучше, великолепнее и насыщеннее. Не почувствовала ту свежесть, которая... которая вместе с ней была лет... так, два назад. Лет два назад. Года два назад. Посмотрим, что скажет Генри. Сейчас по-любому пошлет в очередные меня пикуля куда-нибудь. О, моя девочка, мама. Я так... Мне так жаль, Мэй. Я обещала, что никогда не оставлю тебя одну. Ты обещала? Да, детка, я обещала. Я обещаю. Я обещаю, что никогда не оставлю тебя одной. Ну, здесь вы поняли, наверное? Ты был прав, Генри. Здесь есть корабль, чтобы нам уехать отсюда. Они ищут выживших.
Мы готовы идти, я знал это. Пойдем и заберем. Пойдем к ним. Но здесь проблема. Туман делает невозможным подобраться к ним. Делать невозможным подобраться, чтобы они подобрались к берегу. Маяк? Как мы создадим маяк? Как насчет фейерверков? Что? Фейерверки? У меня есть коробка с последнего Нового года. Да, фейерверки! Я люблю фейерверки! Сейчас я тебе вдам фейерверк, ты полетишь с ним. Тебе нужно зажечь несколько фейерверков где-нибудь неподалеку, над слоями тумана. Последнее предложение не успел прочитать вообще. Ну, блин, сразу все меняется. Видимо, они так быстро говорят, что я не успею читать, или просто субтитры так быстро исчезают. О, качок. Мы не можем упустить этот шанс. Помоги девчонкам добраться на эту лодку. Затем я обещаю, что я объясню тебе, как найти что-то там, я не понял чего. Лагерь. Эти лагеря очень хорошо спрятаны. Они стоят ниже радара. Я снова не успел прочитать. Ну, в общем, основу вы поняли. Я тоже, если честно, не успел прочитать. Если бы я не переводил, то я бы, наверное, успел все понимать. Но, ну, хотя бы основу. Так 80% я успеваю переводить. Текст не такой, в принципе, и сложный, кстати. Да, как в Alan Wake, там все-таки какие-то литературные обороты были, словосочетания странные, слова мне неизвестные. А тут, в принципе, такой разговорный английский, вполне понятный. Я думаю, что тут хватит и школьных знаний, чтобы переводить.